Я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Давай осмотримся. Похоже, это лаборатория. Она любит. Так, посмотрим сообщение. Зираэль,
Здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топий. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Проклятие. Может и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Интересно, зачем они разделились? Возможно, дикая охота шла по следу эльфа, и так было безопаснее для Цири. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топий. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но... Читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховые топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дни 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Почему ты не сказала об этом раньше? Я же говорил, что Цири перешла дорогу какой-то ведьме. Я понятия не имела, что речь идет о них. И потом ты бы сразу бросился их искать. А нам сперва надо было убедиться, что Цири была здесь. Разве нет? Теперь я, разумеется, расскажу тебе все. Теперь, когда я провел тебя через пещеру? О, ты правда так плохо обо мне думаешь? Наверное, у тебя предубеждение против чародеев. С чего бы это? Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Хорошая мысль. Зачем мы вообще пришли? Таинственный чародей-травник. Таинственный чародей-травник. Таинственный чародей-травник. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил.
Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Просто, правда? Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу. Ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Велоплан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Похоже, очередная загадка.